5 ноября новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Быстро не есть хорошо. Когда заработают дорожные камеры? Динамика заболеваемости COVID-19. Смотрим на график. Сводка за неделю. ГИБДД сообщает. В гостях у сказки наш фотоотчет. Печора в Бразилии. У Федерации карате Печорского района две бронзовые награды онлайн-чемпионата мира. А впереди очередные состязания. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик. Поздравляем, вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда в номере – кроссворд, сканвор, гороскоп, детская страничка. И, конечно, объявление. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.